Странно, что ты о ней ничего не знаешь. Если хочешь послушать ее историю, приходи на мою проповедь в воскресенье. Служба начинается в 8 утра. Добро пожаловать! Правда? Ну да, конечно. Мы смиренно примем все, чем ты сможешь поделиться. Однако святая Моника наиболее благосклонна к пожертвованиям в 100 крышек и больше. Очень щедрый дар. Благослови тебя, Господь. Да, моя паства весь Ривет-Сити. Приходи на воскресную службу. Что? Если это правда, я лишу его сана. Мало того, что он грешит, так еще и расклевает невинную девушку. Это верно. Ты, разумеется, не очевидец. И это просто сплетни, и ничего больше. Прошу прощения. Я отреагировал слишком нервно. Диего – моя основная надежда на будущее нашей церкви. Так что я не могу и представить себе, что он уйдет. Да благословит тебя святая Моника! Что тебе принести? Пиво. И следи, чтобы стакан не пустил. Выглядишь ты не ахти. Выпивкой не угостишь? Черт, только этого нам не хватало. Еще одна женщина. Или купи мне выпить, или проваливай. Ты вроде ничего. Спасибо за выпивку. Тут шумно, темно и дурно пахнет. Зато безопасно. Не буду тебя задерживать. Очень надеюсь, что ты не собираешься это взламывать. Привет. Трини, ты... Ты мне не мамочка, красотка. Так что отвали. Хочешь прикупить немного бафаута? А может, дозу психа? Приятно тебя видеть. Замок не прошел. Никаких проблем в округе.
Эй, привет! Ты еще что здесь делаешь, а? Хм. Наверное, ты что-то из себя представляешь, если уж удалось добраться сюда живьем. А сейчас расскажи-ка мне, какого черта ты беспокоишь старика, который хочет только, чтобы его оставили в покое? Ну, что молчишь? Живу я здесь. Живу. Ну и работаю. Потому что тут нет доктора Ли и ее мартышек, которые выделываются под ученых. Тебе удалось обойти мою защиту. Значит, в голове у тебя не опилки. И поскольку я еще жив, думаю, ты здесь не для того, чтобы убить меня. Пожалуй, я ничего не имею против твоего общества. Только ничего не трогай. Секретная у меня работа. Ладно. Если тебе уж так надо знать. А это стерва Ли. Не теряй бдительности. Не ищу неприятностей. Thank you.
Вижу, как ты на это поглядываешь. Никаких ранений не вижу. Чем могу помочь? Отель Уизерли – отличный выбор. Береги себя. Привет! Прицениваешься, а? Здесь я вооружен. Хочется пострелять.
тобой приятно вести дела. Никаких... Замок не просто так висит. Лучше не надо этого делать. Сообщи мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь что-то подозрительное. У тебя проблемы? Ну давай. Редки. Рада тебя видеть. Слыхали эти слухи об андроидах? Ну, искусственные люди, которых якобы делают на севере в Содружестве. Так вот, друг моего приятеля знает парня, который одного такого видел. Не, правда, они существуют. Он сбежал от хозяев. Дело в том, что он разыскивает врача для какой-то операции и еще какого-нибудь программиста. Можешь ты в это поверить? Дай знать, если узнаешь что-то еще. Замок не просто так висит. Лучше не надо этого делать. Вчера в городе была какая-то битва, что... Если вы слушаете эту запись, значит, вас сочли достойным доверия. Надеюсь, вы и правда его достойны, ибо запись представляет опасность для нас обоих. Я сбежал из Содружества. Я андроид, искусственный человек. Раб. Я тут люди, занимаюсь которые ремонтом. Преследуют Скажи, меня без жалости, видишь что-нибудь, что они нужно не получить. Остановятся ни перед чем, чтобы вернуть свое добро. Мне нужен врач с пустоши, чтобы сделать пластическую операцию. Кроме того, мне нужен кто-то, кто отлично разбирается в компьютерах. Мне нужно... Я хочу стереть свою память и изменить лицо так, чтобы меня нельзя было узнать. Да? Рад тебя видеть. Я так понимаю. Конечно! В моем распоряжении прогрессивные технологии Содружества. Я с радостью поделюсь ими с тобой. Только подумай, тебе будут завидовать все твои друзья. Великолепно! Найди его, и не останешься в накладе. Вот послушай, что он мне написал. О, тебе удалось вынюхать след. Молодец. Ну? Чем быстрее ты найдешь... Нейрализатор схем? Здесь, на пустошах? Как они смогли наложить свои грязные лапы на такую штуку? Ты проявляешь признаки наличия интеллекта и находки.
Если будешь тут стоять и трепать... Зиммер. Не трогай. К тому времени, как ты получишь это сообщение, меня уже не будет. Я ухожу из Содружества. Я хочу жить собственной жизнью, быть самому себе хозяином. Я знаю, ты думаешь, будто я дефектен. Я тоже раньше полагал, что бегство – признак неисправности. Но теперь я знаю, в чем дело. Самоопределение – не дефект. Я просто больше не желаю терпеть все это.